Стелла усеяна цветами. Бойцы вспоминают годы службы. 13 ноября – особенный день для ветеранов и сотрудников Федеральной службы исполнения наказания. В этот день, почти 30 лет назад, в ведомстве сформировали отдел специального назначения. В то тяжелое для страны время нужны были люди, которые смогут противостоять возросшей преступности. Начальник штурмового отделения Вячеслав Павлинов отдал службе 21 год. Праздник встречает в звании подполковника. С малых времен, так сказать, мечтал об этом. В школе отец военный. Городки, и мне как бы это все, так сказать, влили в душу, и ни капли не жалею, даже готов еще заново все начать и пройти. Сегодня ветераны, командиры и солдаты спецподразделений пришли в сквер Марии Рубцовой, чтобы отдать дань уважения павшим героям. К мемориалу возложили венки, позже провели молебен. Пришли отдать дань памяти нашим погибшим товарищам. Здесь у этого памятника расположена плита с фамилиями сотрудников отдела специального назначения уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга. В ходе торжественной церемонии наградили особо отличившихся сотрудников СИН. Также управлению передали артефакты из мест военных действий. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.